С вами Дерек и Хиллари Уокер, пасторы Библейской Церкви Оксфорда. Мы продолжаем наш цикл по молитве «Отче наш». Иисус сказал в Евангелии от Матфея, в 6 главе, в 9 стихе, «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». И 10 стих. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Он говорит, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Буквально это означает, как на небе, так и на земле. Мы знаем, что Бог хочет, чтобы у нас была праведность, мир, радость и здоровье. Бог хочет, чтобы мы молились о Его воле на земле. Я вспомнила об этом, когда занималась цветами. У нас стоит жара, и наши цветы начали сохнуть. Некоторые из них выглядели так, словно готовы умереть в любую минуту. Им нужна была вода. Точно так же земля нуждается в силе Божьей. Я взяла шланг и начала поливать их. И тут вода перестала течь. Я поняла, что что-то пошло не так. Я начала просматривать шланг и увидела, что он загнулся. И хоть вода была и насос качал, вода не лилась на высушенную землю. Конечно же, я поправила шланг, но это напомнило мне о том, что иногда, не зная своей власти, мы не позволяем Святому Духу работать в полноте. Что ты скажешь, Дерек? Я считаю, что иногда мы не понимаем, что мы — канал в молитве. Мы, как тот шланг, должны нести жизнь Божью с неба на землю. Если мы не понимаем своей роли в молитве, тот факт, что мы должны быть каналом, то ведем себя как закрученный шланг. Вода не может течь через нас. Дух Святой приносит жизнь Божию с небес на землю. Земля нуждается в присутствии Божьем. Мы дошли в нашем цикле до места, когда будем говорить о молитве за других молитве за землю, за жизни людей. Мы просим о благословениях Божьих, о Царстве Божьем. Мне нравится фраза как на небе, так и на земле. А вот что там сказано буквально. Это говорит мне, что в молитве мы должны быть каналом. Мы должны быть связующим звеном между небом и землей. Через наши отношения с Богом мы связаны с небом, духом святым, мы можем держаться этого положения в молитве. Мы посажены одесную со Христом, но мы также живем на земле. Мы имеем власть на земле, мы родились здесь. Иисус дал нам власть в молитве. Мы можем использовать эту власть, чтобы становиться в проломе между небом и землей, принося силу Божию с небес на землю. Я считаю, что мы делаем это через молитву. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле» земле, как и на небе. Если мы хотим знать, какова воля Божья, мы должны представить, каково все на небе. Небеса наполнены любовью, радостью, праведностью, исцелением это Царство Божие на небе. И как сказано здесь, мы должны молиться, говоря, «Да придет Царство Твое на землю так, как оно на небе». Наша задача в молитве — нести на землю ту реальность, которая уже установлена на небе. Все это должно происходить через нас, через наши молитвы. Реальность небес должна прийти на землю. Мы должны быть каналом в молитве. Я считаю, что не все понимают то, что мы должны быть вообще каналом. Не всем хочется быть тем шлангом, но для того, чтобы шланг работал, он должен быть подключен к источнику, и когда он подключен к источнику, по нему может течь вода. Мы должны понимать, что если хотим использовать шланг, и из него ничего не течет, то, возможно, проблема в том, что мы неправильно подключены, или в шланге появились какие-то дырки. Да, сила духа. Мы должны понимать, что вода течет через нас. Есть местописание о Царстве Божьем, которое нам стоит рассмотреть. Это послание к римлянам, 14 глава, 17 стих. Там сказано, что Царство Божие — это праведность и мир и радость во Святом Духе, благословение, исцеление и так далее. Но вот она, ключевая фраза «во Святом Духе». Царство Божие и все эти вещи приходят к нам в Духе Святом. Все эти благословения текут в воде Духа Святого. Суть молитвы не в том, что мы можем сделать по плоти, с помощью своих усилий и ритуалов. Мы должны позволять Духу Святому приносить эти реалии небес на землю. Мы должны быть каналом, а Дух Святой должен делать все это не мы сами. Мы должны молиться а приходит Царство Божьего на землю. Yeah. Но Царство Божие yeah. — это все эти вещи в Духе yeah. Святом. Мы должны позволить Духу Святому yeah. использовать нас в качестве канала, чтобы приносить yeah. эти вещи на землю. И yeah. я считаю, yeah. что в этом скрыта природа ходатайственной молитвы, о которой мы сейчас и говорим. Мы должны быть каналом. А для того, чтобы быть каналом, у нас должна быть связь с небом и землей. Мы должны быть каналом благословения. Да, как у шланга. Он должен быть подключен к крану, к источнику и также к земле, где умирают растения. Мои растения умирали без воды. Без воды нет жизни и без духа нет жизни. Все верно. А что связывает нас с Землей? Мы родились на Земле. Наши тела на Земле дают нам власть на Земле. Мы граждане Земли. Рождение на Земле дает нам право молиться здесь. У нас есть власть, которой нет у ангелов. У нас есть тела. Те ситуации, с которыми вы сталкиваетесь в семье, на работе, в стране. Все это дает вам определенную власть. Вы полностью владеете своей жизнью. Но у вас также есть власть в семье, в разных сферах жизни. У нас есть разные уровни власти. Это дает вам право молиться об этих ситуациях, высвобождая силу Божию, становясь каналом, между небом и землею мы приносим жизнь Божию с небес на землю, но мы также граждане небес. Мы не только рождены по плоти на этой земле. Двойное гражданство. Да, но и рождены свыше. Наши имена да. записаны на небе, слава Богу. Мы граждане небес. У нас есть право занять свое место одесную. Мы можем быть этим каналом. Нам дана эта уникальная роль. Иисус также дал нам власть в молитве. Он дал нам свое имя. Он сказал, как отец послал меня, так и я посылаю вас. Я даю вам власть представлять меня. Он сделал нас своими послами. Мы представляем Царство Божие. У нас есть право нести силу Царства. У нас есть имя самого Иисуса. Мы можем использовать эту власть в молитве. И я считаю, что Бог ничего не делает сам по себе, хотя мы не можем сказать так, но в целом, Бог не движется если кто-то не молится. Yeah. Это, конечно же, упрощенная формула, но в принципе yeah. это так. Джон, Джон Уэсли говорил об этом, не так ли? Он сказал, Бог не делает ничего без молитвы и все делает с ней. Ему нужно, чтобы кто-то на земле молился. Безусловно, есть вещи, которые Бог задумал заранее и которые должны исполняться независимо от нашей молитвы. Но мы должны молиться о вещах, в которых нуждаются люди. Я права или нет? Я немного запуталась в этом. В целом мы должны молиться, а вот и все. Да, должны. Даже когда Бог сказал Израилю, что выведет его из Вавилонского плена после 70 лет, Даниил все равно услышал, что должен молиться о том, чтобы это исполнилось. Хоть Бог и исполняет определенные вещи, Он желает, чтобы мы молились о том, дабы это исполнилось. В некотором смысле мы занимаем положение во власти. Я считаю, что мы ограничиваем Бога тем, что очень мало молимся. Да, это так. Безусловно, Бог может поднять людей, которые будут молиться. Но я считаю, что кто-то должен молиться о воле Божией. Мы живем в падшем мире, который настроен против воли Божией. Богу нужны люди, которые станут каналом, позволяя Ему работать через них. Да. В том случае молитва Даниила изменила многое. Но я также хотела бы сказать, что когда мы думаем о том, что не обязаны молиться, мы заламываем шланг. Это неведение, мы не понимаем своей роли. Да, мы не можем функционировать так, как должны. Мы можем вспомнить то время, когда мы пришли к Господу. Как Господь достиг нас. Обычно это происходит, когда кто-то молится за нас. Ведь так и было в твоей жизни. Безусловно. Так было в моей жизни. Я думала, что никто из моих знакомых не молился за меня. Но когда я пришла в церковь, Господь исцелил меня, а потом я получила видение. Со мной такого не было ранее. Прямо передо мной возник маленький телевизор. На нем было лицо одной женщины, которую я забыла. Она умерла за 12 лет до этих событий. За 12 лет. Внизу было написано ее имя — Элизабет Уортон. И я понимала, что именно молитва этой женщины помогла мне попасть в Царство Небесное. Когда ты с ней встретилась? Я встретилась с ней за 15 лет до этого. Она молилась за меня, присылала мне открытки на день рождения. Мне было приятно. Но я не обращала особого внимания на это. А потом я услышала, что она умерла. И я подумала, очень жаль, это правда очень плохо. Но когда я приняла Господа, то поняла, что она играла ключевую роль, и именно ее молитва помогла мне войти в Царство Небесное. Она жила в ЮАР, а я в Англии, мы виделись с ней всего лишь раз. И теперь вы увидитесь на небе. Да, да будет так, прошу Господи. Иногда не видим ответы на молитвы, которые звучат, мы не всегда узнаем о них, но когда мы попадем на небо, то люди, за которых мы молились, подойдут к нам и поприветствуют нас, поблагодарят за верность в молитве. Мы не всегда сразу же видим ответы, но мы должны быть верны в молитве. Верность в молитве открывает свободный путь. Когда Элизабет общалась со мной, с моей стороны не было никакой реакции. Она могла подумать, что это напрасная трата времени, но я уверена, что она так не считала. Она изменила мою жизнь. Мы не всегда видим ответ. Позже мы будем говорить о том, когда Авраам молился за Лота и его побег из Содома. На самом деле, молитва Авраама была успешной. Но когда Авраам проснулся на следующий день, то увидел, что равнина у Мертвого моря разрушена. Он мог подумать, что Бог не услышал его молитвы. Лишь позже он узнал, что Бог ответил на его молитву, и иногда, так же и мы думаем, если Бог хочет сделать что-то, почему Он просто не сделает этого? Почему? Он дал нам свободную волю. А вот именно, он уважает нашу свободную волю. Он не будет насаждать свою волю. Yeah. А что такое свободная воля? Это власть. Он дает нам власть над нашей жизнью и ситуациями. Мы — дети Божии. К сожалению, из-за падения свободная воля человека в мире настроена против Бога. Это мешает Богу работать в наших жизнях, хоть Он и хотел бы благословить людей, но Он сталкивается с преградой. Если человек просто течет по течению, плывет по нему, он движется в негативе, и Бог не может работать в его жизни. Кто-то может спросить, а что мне нужно делать для того, чтобы попасть в ад? Ничего. Да, абсолютно. Вот именно ничего. Если человек сознательно не обратит свою волю к Богу и не положится на него, не пригласит Бога в свою жизнь, Бог не сможет работать с ним. Только так можно открыть двери. А если он не сделает этого, то плоть, настроенная против Бога, будет блокировать то, что хочет делать Бог. Если ваша воля пассивна, а если вы говорите если Бог хочет дать мне это, то даст. Если Бог хочет работать в жизни того человека, Он сделает это, вы ошибаетесь. Мы должны быть активны, действовать и молиться о пришествии Божьего Царства и исполнении Его воли. У нас есть своя роль. Если они настроены пассивно, мы можем принести им присутствие Божие через наши молитвы, чтобы помочь им. Если же мы будем просто ожидать чего-то от Бога, мы не будем позволять Богу работать. Мы должны занять свое место и быть этим шлангом, этим каналом. Каналом Божьей жизни. Да. Божья сила открыта на полную, но если наш шланг загнулся или плохо подключен, то эта сила не сможет попасть туда, где в ней нуждаются. Бог ожидает, что мы будем использовать свободную волю, чтобы приносить Его силу в эти ситуации. Почему важно молиться? Иаков говорит в своем послании, 4 главе, 2 стихе, не имеется, потому что не просится. Иначе говоря, нужно просить. Бог желает дать нам многое, но Он не насаждает это силой. Он хочет, чтобы вы попросили и получили. Царство Божие приходит через Дух Святой. А Дух Святой не течет сам по себе. Он течет через нас. Это важно. Дух Святой движется в этом мире через нас, через верующих. Мы — каналы для Духа Святого. И через наши молитвы мы приносим Царство Божие, которое находится в Духе Святом, в этом мире. Не только через наши молитвы, но через наше свидетельство, наши слова, нашу любовь и особенно через наши молитвы. Мы должны быть каналом для Царства Божьего. Именно об этом и говорится здесь. «Да придет Царство Твое на земле, как на небе». Через наши молитвы мы приносим Царство Божие с небес на землю. Мы каналы. Царство приходит через Духа Святого, который течет в нас. А как это работает? как Царство Божие приходит на землю, это работа Духа Святого. Дух Святой приносит Царство Небес на землю. Вскоре мы увидим это. Иисус сказал, что Он послал Духа Святого с небес на землю. Дух Святой, находясь на небе, имеет все во Христе. Но Дух Святой также живет и в нас. Он живет в церкви настоящих верующих. Он желает течь через нас. Сейчас мы посмотрим на некоторые места Писания, которые говорят о служении Духа Святого. Иисус сказал нам, каким оно будет в это время, в это земное время которым котором живем мы, это роль Духа Святого. Прочитай, пожалуйста, это место Хиллари. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна в 14 главе, в 16 и 17 стихах, «Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек Духа Истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его» ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Обратите внимание на то, что там сказано, которого мир не может принять. Дух Святой не пришел напрямую для мира. Мир не может принять его. Дух Святой пришел к нам. Он пребывает в нас. Он желает достигать мир. Но Он делает это через нас. Мы еще увидим это. Но Он живет с нами и в нас. Он работает через нас, чтобы достигать этот мир. Мы открываем его миру. И далее в Евангелии от Иоанна Иисус продолжает. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. Через вас, а также и вы, о партнерстве, будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мной. Ты права, это партнерство. Он говорит, я пошлю Духа вам, а не миру. Он будет свидетельствовать обо мне. Он прославит меня не в отрыве от нас, но через нас. Он говорит, что он будет делать это, и мы будем делать это. Мы канал для Духа Святого. Дух Святой будет течь в мир, но через нас. Он послал Духа нам, своей семье. Он живет в нас, и он приносит небо на землю через нас, через наши молитвы и свидетельства. Мне очень нравятся эти главы в Евангелии от Иоанна. В 16 главе, 7 стихе сказаны удивительные слова. Мы бы не подумали, что нам будет лучше, если Иисус уйдет. Но Он говорит, «Лучше для вас, чтобы я пошел, Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». И снова мы видим, что у него есть служение для мира. Он хочет обличить мир о грехе, праведности и суде но Он не делает этого без нас. Сказано, что Он наш помощник. Он пришел, чтобы помочь нам сделать это. Мы должны свидетельствовать, делиться Евангелием. И когда мы делаем это, Он помогает нам, течет через нас. Мы канал Его силы. И когда мы несем Евангелие, Он обличает мир об этих вещах. Но обратите внимание на то, что Он посылает его к вам. Он работает через нас, но также через наши молитвы. Когда мы молимся за людей, на них сходит обличение Духа Святого. Безусловно. В той же 16 главе, в 14 и 15 стихах, Иисус говорит, он прославит меня, потому что от моего возьмет на небесах и передаст и возвестит вам на земле. Все, что имеет Отец, есть мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам, явит вам. Это именно то, о чем ты говорил. Да, Дух Святой принесет все эти вещи Царства Божьего, которые теперь принадлежат нам во Христе. Но все эти вещи, они ведь на небе, и задача Духа Святого — передать их, показать их нам. И Он делает это через нас. Он берет и провозглашает это нам, но мы должны при этом позволить Духу Святому сделать это для нас. Да. Мне нравится расширенный перевод 14 стиха. «Он прославит и почтит меня, потому что от моего возьмет, то есть получит Почерпнет и возвестит, то есть провозгласит, явит, передаст вам. 15 стих. «Все, что имеет Отец, есть Мое». Потому я сказал, что от Моего возьмет и возвестит, провозгласит, явит, передаст вам, не миру, как ты и говорил. Да, Дух Святой делает это, но Он не делает этого без нас. Он делает это через нас. Он здесь для того, чтобы помочь нам молиться, свидетельствовать. Он здесь для того, чтобы передать Царство Божие на землю. И это касается также молитвы. Он готов. Он та вода, которая течет из крана но мы должны занять свое место в молитве и позволить ему течь через нас. Мы играем важную роль. Он сотрудничает с нами, чтобы принести Царство Божие на землю, но у нас есть уникальная власть. А вот почему Иисус сказал, «Я пошлю его к вам, и через вас он сможет сделать все это». Наши молитвы важны, ваша молитвенная жизнь очень важна. Ведь если вы не будете молиться, не будете каналом, не будете верить в то, что Дух Святой течет через ваши молитвы, если вы молитесь, вы позволяете Царству Божьему течь на землю. А если вы не будете молиться, Духу Святому не с чем будет работать, некому помогать. Вот почему мы должны делать это. Мы видим удивительный шаблон в молитве ⁇ Отче наш ⁇ Все начинается с хвалы ⁇ Отче наш ⁇ сущий на небесах, да светится имя Твое. Чтобы стать каналом, мы должны начать с подключения к источнику. Мы должны подключить шланг к крану, ведь в противном случае все будет по плоти. Мы начинаем с хвалы, настраиваемся на небо, смотрим на Господа, источник жизни. И когда мы видим Царство и Господа, когда мы подключились Сфокусировались на небе, через хвалу и поклонение, оказавшись в нужном положении, мы можем перейти к следующему шагу в молитве. И именно об этом мы и говорили сегодня. Да будет воля Твоя, да придет Царство Твое на землю, и да будет оно как на небе. Теперь мы видим, как все на небе. Мы знаем, какова воля Божья. Божья воля на небе. Это также и Божья воля на земле. Бог желает дать нам исцеление и благословение. Займите свое место в молитве, и вы свободите силу Духа Святого.